Русские перцы на русском радио. Да. Мы приветствуем, у нас в гостях в утреннем шоу «Русские перцы» группа «Непара». «Непара», привет! Привет! Доброе утро! Вика, Саша, Дима, всех, кого уже знаю, и еще кого узнаю, друзья. Вика, Саша, Дима, все здесь, йоу, все, йоу, йоу, все здесь. Начнем? Все здесь. Да, начнем. Песня называется «Половинки», она новая совсем. И сыграли пару тысяч раз, подумаешь. Поехали. Города и страны между нами, и страшно, и больно, но я не боюсь. Много страны и речами нельзя писать это пусть. Ты во мне, ты во мне. Друзья, у нас в гостях группа «Непара» сегодня, и на первый взгляд может показаться, что всего лишь два человека в студии включили минусовочку и исполняют ваши любимые песни. А нет, здесь целая бригада. Тут еще про танцы. Тут еще и про танцы, мы это не забудем. Конечно, группа «Непара», если можно так выразиться, в полном составе сегодня. Александр и Виктория, представьте, пожалуйста, нам музыкантов. Мы, допустим, не знали, что у вас существует две бэк-вокалистки. И один бэк-вокалист. Бэк-вокалистки у нас. Да. Сегодня. Виктория Ворстер. Привет, Вика. Алена Щербина. Виталий Милышев. Михаил Дмитриев, гитара. Андрей Гумба, ударные инструменты. Алмасхан Марколи, бас-гитара.
Дмитрий Шатилин. Мы слышали это потрясающее соло. Да, да. Которое прозвучало в предыдущей песне. Хотим, чтобы Дмитрий это повторил в какой-нибудь другой песне. Александр Шоуа и наш звукорежиссер Дмитрий Волков всегда с нами. Послушайте, это самый настоящий бенд. Это 10 человек, это живой звук, это живой концерт. И это достаточно эксклюзивная история. Прям не нарадуемся. Скажите только, пожалуйста, как будет называться ваша следующая песня? Следующая песня называется «Песня о любви». Она у вас... Вау! Мы бы ее ждали. О любви иногда, иногда звучит на ну ваших... Ну ладно, иногда. Три ваших... раза в день как минимум, Саш. Серьезно? Иногда. Конечно же. Супер, супер. Возникли мысли, взлетели высоко, разбились об асфальт, ветер подхватил, и не жалея сил, остатки впечатлений унес, не спросил. Просто так, волна воспоминаний унесет меня, не желая знать признаний в тихом городе, в тихом омуте, где капканами раскинуты чужие. Поперхнувшись счастьем, просто так, простужена ненастью, все поймешь и придешь, но как бы ни старалась, меня не найдешь. Через миг горячим кофе согреет руки и теплой коптой запрячет душу от синей стужи, убережет тебя от разных подлостей, глупостей. Песня подпеть, друзья. Ну, подходите, подходите. Где ваши микрофончики? Да! Все поем, работает! Поем! Эй! Песня о любви, которой не было. А вы? О любви, которой не было. Было бы, ага. Все, о чем давно мечтаешь ты. Чего бы так хотела ты? Песня о любви, которой не было. Любви, которой было бы все, о чем давно мечтаешь ты. Чего бы так хотел ты. Песня о любви, которой не была, о любви, которой было бы все, о чем бы не мечтали мы. Чего бы так хотели мы. Это по-прежнему русский.
русский перс на русском радио благодаря группе Непара. У них теперь не три бэк-вокалиста, а шесть. Да, ну три нормальных, профессиональных и русские перцы. Вот, вопросик есть такой. Ребят, скажите, пожалуйста, самое странное место, в котором вам когда-либо приходилось наступать? Вот прям самое крайне странное. Ну, если можно назвать кухню странным местом. Кухня? Она чьей? Ну, как тебе сказать? Саша, ну, как есть. Ну, это угадай. Саш, а на чьей кухне выступала группа Непара? Ну, метраж был небольшой, кстати. Вот в этом и прикол. Это был небольшой, это был загородный дом. И там было 4 человека. Ну, скорее даже не кухня, а что-то типа... Квартирник такой? Нет, ну, да, где квартирничек такой был, да. Причем это все было очень тихо. Ага. Вот если вот наушники снять, ощущение, что... Можно услышать, как мухи летают, вот примерно. А кроме мух были... Там еще и мухи были, господи. Конечно, всегда. Кто еще из живых там был, слушателей? Живых хозяева дома, походу. Вам только дай, да, я смотрю. Слушай, а погоди, это завтрак был, да, Ильша? Завтрак с Непарой, да? Нет, это был какой-то полуобед, полуужин такой. А полуобед, полуужин, осталось только выяснить, кто из высокопоставленных чиновников у нас обожает группу Непара. Все! И все. Ну, понятно, ребята, вы существуете с 2002 года. Уже... 16? Научились 16, да. Научились, да. И хотелось бы вам задать такой вопрос, поскольку вы друг друга отлично знаете, охарактеризуйте друг друга тремя буквально эпитетами. Виктория, вот Виктор, Александр, жду. Он жду. Какой? Творческий. Раз. Эмоциональный. Два. Давай, Вик. А вздох может быть третьим эпитетом. Эх, Саня, эх. Саня. Вот. У меня очень много эпитетов по отношению к Саше. Выбрать три действительно сложно. Большинство из них не соответствует нормативной лексике, да. Ну окей, пусть будет вспыльчивый. Вспыльчивый. Александр. Саша, вспыли, пожалуйста, в отношении эпитетов. Человек-огонь. Слушай, ну передача сегодня такая, знаешь, со стринкой. Ну. Хватит, наверное, острить. Хватит. Там, в смысле, от вас хватит достаточно. Я не буду ничего такого делать. И так вся страна уже устала от того, что я все время что-то говорю. Ага. Я имею в виду те, кто нас знают, вся страна. Сказать о Вике что-то? Конечно. Да, три эпитета. У тебя 40 минут. Три эпитета. Всюду, везде опаздывает. Ой. Ну, сегодня, видимо, исключение. Нет. И сегодня не исключение. Это на сцену... самое короткое и молниеносное выяснение отношений. Но на сцену вышло вовремя, опять да, же. Да, а на сцену вовремя, отлично. Да. И хорошо. Да. У нас вот этим она и пользуется все в прямом эфире. Живой концерт. Впервые на русском радио живой концерт группы Непара. Конечно, здорово за вами наблюдать и здорово вам подпевать. Спасибо вам за это большое. И следующая песня от вас, как называется? Называется «Любимые люди». Угу. Она тоже играет у вас. На сегодня прозвучит немножко по-другому. В новой интерпретации. Ждем с нетерпением. Так. Поехали, да. Русские перцы на русском радио. Наполнялись до краев, как стаканы. Кто-то лишнее сказал, кто-то что-то не понял, что казалось навсегда одной смыто волною. Разбегаемся с тобою в одинокие будни. Разбегаемся от нелюбви, любимые люди. Разбегаемся с тобою. Через быть любимыми, любимые люди, любимые люди, любимые люди, любимые люди. На краю земли и неба мы с тобою стояли и смотрели, как две птицы в вышине разлетали. Уплывали за края горизонта, как два лета догорали на ладонях у солнца. Разбегаемся с тобою в одинокие будни.
Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Еще одна песенка. Старая-старая. Всем знакомая, я думаю. Здесь надо танцевать. А что ее объявлять? Все ее знают, правда? Почти все. Знаешь, пролетают дни мимо, что со мной. Я
А вы споете с нами? Одни мимо. А вы? Я не замечаю улыбок. У рыбок. Ага. Это как в конце того фильма. Только вы, ребят. В жизни стало все так уныло. Готовы? Ага. Знаешь, пролетают дни мимо. Что со мной? Я не замечаю улыбок. Я не мог. Это как в конце того фильма. Неплохо получается. Жизнь стала все так уныло. Русское радио представляет с утра. Кто такие? Русские перцы. Ну что ж, нет слов просто, знаете, я вот смотрю. Вот на гитариста я смотрю, ну потрясающий человек. Я вот смотрю на твое соло, я представляю, с какой скоростью ты смс-ки набираешь. Слушай, ну это же как... Группа Непара, живой концерт в студии Русского радио. Да, очень много музыкантов, они разрешают и нам петь. И я представляю, мы все представляем, что по ту сторону приемника все, конечно, тоже подпевают. И не только подпевают, друзья. Все, что здесь происходит в большой студии Русского радио, вы можете увидеть на нашем сайте rusradio.ru или в мобильном приложении Русского радио. Разрешите один короткий вопрос. Что с вами происходит? Что вы делаете, когда вдруг забываете текст? У всех свои секреты. Какой секрет у группы Непара? Ну, у меня секретов никаких нет, если честно. Ты переходишь на джаз? Я просто тупо смотрю в пол. Вот как вы сейчас делали, когда вы нас просили подпеть. Мы вроде бы любим, а слова с точностью не знаем. Ну, честно говоря, такое часто случается. И я понимаю людей, которые перед собой мониторы ставят, знаешь, там, когда тексты... Да, идут, да, да, да. Когда записал там 500 песен, ну, бывает, что лишнее слово где-то сказал, а это слово, которое нужно, оно просто вылезло там где-то за рамки. Здорово, спасибо. А-ха. Как называется следующая песня? Следующая песня называется «Они знакомы давно». Русские перцы на русском радио. Thank you.
чтобы украдкой потом вдвоем. Плачь и смотри, у него глаза внутри, если бы не ты, мы бы были. А еще разок с нами. Плачь и смотри со стороны, счастье босиком по ковру перед сном. Плачь и смотри, у него глаза твои,
если бы не ты, плачь и смотри со стороны. Счастье босиком по ковру перед сном. Плачь и смотри, у него глаза твои. И если бы не ты, плачь и смотри. Я смотрю, вам скучно не бывает. У вас певица есть в зале. Не пара, живой концерт у нас в студии. Конечно же, вот та песня, которая только что была, да, она... Вот эти аплодисменты вам, она просто как кино. Мы просто кино. Вот этот малыш, значит, босиком. Все понятно. И вот это обвинение, если бы не ты. Вы знаете, навело меня на следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а между собой вы как-то обсуждаете тексты? Были ли у вас такие случаи, когда... Нет. Давай заменим слово. Нет. Сашка, вот ты точно вспыльчивый. Почему? Я просто говорю нет. Ну, никто не может тебе ничего посоветовать. Да я шучу, ну что ты. Меняли какие-нибудь слова? Да, например, Вика что-нибудь внесла. Было такое? Или нет, эти слова? Ты знаешь, были какие-то песни, где мы меняли фразы, которые нам не нравились. Какие-то фразы, которые нам не нравились в песнях, которые приносились наш коллектив. На уровне, скажем так, когда песня написана и принесена автором в момент работы, скажем так. То бывают какие-то звуки, которые, какие-то слова, которые петь вообще невозможно. Там ноты не соответствуют. То есть какая-то длинная нота, а там буква «С», например, да, и как ее там, то есть из себя выдавить, это невозможно, понимаешь? Ну, или какая-нибудь «М» в конце, да, а там... Понятно, объяснение очень профессиональное и музыкальное. Вот на что, а я сижу, уж развесело, думаю, про смысл, что-то они там меняют. А мы должны сейчас, очень просто. Мы должны сейчас со всей страной нашей необъятной родины сказать вам, во-первых, спасибо, друзья, что были этим утром с нами. Спасибо. Спасибо. После чего на rusradio.ru продолжение концерта группы «Непара». Еще одна песня, без которой мы никуда не приезжаем и ниоткуда не уезжаем, как говорится. Песня, под которую женились уже многие-многие-многие мои знакомые и даже те, кого я не знаю. Она называется «Милая». Милая, озера гладь, небесно-синие, а в них печаль необъяснимая. Они как зеркало души. Мою силу прикован я к тебе, любимая. Кто сотворил тебя, скажи. Горю в желаниям одни. Хочу домой. Шепчешь, милая, какая я сейчас счастливая, что вижу свет любимых глаз. Горю в
горю желанием огни. Хочу домой быть любимым, растопить нежности своей холод прежних дней, что без любви твоей. Да-да-да. Коснусь губами губ твоих, эти два кольца. Было соло гитарное, но мы решили его убрать. Браво вам, огромное спасибо. Это здесь группа Непара, это Русское радио, это отличное настроение. Друзья, огромное спасибо, что встречали это утро вместе с нами. Всем шикарных выходных, дорогие друзья. Любви, бабла и приключений.